Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your seatback and tray table are in the... В этом году мы летали в Россию, а конкретно в Новосибирск, на мою родину. Я там не была примерно 10 лет. Дочка, тем более, первый раз летела, тем более, что первый раз она вообще летела на самолете. Ей очень понравилось. Здорово, что не было никаких проблем во время полета, не закладывали уши, не укачивала. В общем, полет прошел прекрасно. Все были в восторге. У меня, на самом деле, в России накопилось очень много дел, касаемо документов нужно было много чего сделать, да и вообще просто повидаться с родственниками, с друзьями. Также у моей дочки в конце лета был день рождения, мы тоже отметили в России всей большой семьей, но это уже будет в другом видео. В этом видео я просто поделюсь с вами разными отрезками, моментами из жизни, как мы провели это лето, как прошли наши каникулы. К большому сожалению, мой муж не смог с нами полететь, так как было очень много работы, поэтому пришлось лететь вдвоем. Да, а зая снимаешь? Да, вообще, в принципе. Вот там зая, привет. Передам. О, маленькая бежит. Малика! Ничего не изменилось даже. Привет. Малика, привет. Как ты тут оказалась? Привет. Привет. Прилетело, да, скажи? Да. Привет. Привет. По прилету практически сразу мы поехали в Сосновый Бор купаться в речке. Дочка сказала, что ей очень понравилось, так как вода была не соленая и ей не щипали глазки. Ого! Ну что ты акробат? По приезду к нам приехало много родственников. Мы играли в бадминтон, жарили шашлыки. В общем, тоже проводили очень весело и активно наш отдых. А вот такая березовая роща, парк, находится рядом с нашим домом, точнее, с домом родителей. Я ежедневно сюда приходила, чтобы заниматься спортом, ходьбой и просто гулять и дышать свежим воздухом. А здесь мы ездили в наш огромный новосибирский зоопарк. И первый раз дочь у меня увидела бурундука и белочек. Белочки были повсюду, их можно было кормить с руки, орешками, семечками. Тоже эмоции просто лились через край. Да и что сказать, я сама была в восторге. Давно не видела белочек, которые просто бегают рядом с тобой, под ногами, и такие милые. Было очень здорово. Вот она хорошенькая. Там картой надо. Смотри, бурундук. Вот бурундук. Ну.
тряпку забыл. Я могу нельзя. Видишь, что было? Лера, ты проглядела. Блин, ну, может еще раз? Еще раз. Смотри, ой, сейчас смотри, сейчас сиганет. Ну-кась, ну-кась. Куда он собрался там? Да, прыгни. Сейчас прыгни. Давай, ну сейчас. Я прыгну. Ну, за ним. А здесь мы ездили в гости к моему дяде и заодно решили прогуляться. Этот микрорайон или жилой комплекс, как правильно, называется Европейский берег. Здесь очень здорово, можно гулять, подходить к речке, рыбачить, кататься на сапах. Много разных развлечений, детских площадок для детей. Ну и, как видите, не только для детей. Понравилось, в общем, всем. Также там есть волейбольная, баскетбольная, по-моему, если не ошибаюсь, площадка. Можно поиграть в теннис. В общем, много различных активностей. Также очень много магазинов, кафе, ресторанов и так далее. В общем, все, что нужно, все есть в этом жилом комплексе. Здесь мы приехали в парк Арена. Здесь находится Ледовый дворец, где проходят игры нашей хоккейной команды «Сибирь», за которую, собственно говоря, я и болею. Ну и также здесь просто можно здорово провести время, особенно на выходных, если хорошая погода. Проходят различные мероприятия, кинотеатр под открытым небом. Да и просто можно прогуляться и посидеть, выпить чашечку кофе, здорово провести время. А это мы приехали погулять на нашу Михайловскую набережную. Нам здесь очень понравилось, чисто, красиво, есть где погулять, много разных фотозон. Кстати, как раз мы попали на фестиваль, по-моему, это назывался гастрофестиваль. Соответственно, здесь было много разной вкусной еды, проходили различные мероприятия, активности, ярмарка, и было много живой музыки. А здесь мы поехали после набережной с братом, с мамой, с дочкой погулять по центру, в парке, где-нибудь посидеть, перекусить. В общем, просто провести выходные. Тоже вон баблки есть. А это парк S7. Кто не знал, S7 базируется в Новосибирске. Это новосибирская авиакомпания. И вот они сделали такой мини-парк. Соответственно, раньше я его тоже не видела. Нам тоже очень понравилось. Здесь классные фотографии получились.
концерты бывают. Да, как балерина. Молодец. Здесь из трех мишеней дочка попала в две и выиграла классный себе брелок. Дочка первый раз ехала в метро, тоже была в восторге. Здесь, к сожалению, меня не было, я не поехала, так как немного приболела, лежала дома с температурой. Но дочка с бабулей и дедулей классно провели время, съездили на какой-то остров, покатались на лодке и покупались. А это мы ездили на дачу к моей близкой подруге. У нее двое детей, потом еще одна подруга присоединилась со своей дочкой. Здесь тоже было весело, мы купались, гуляли в лесу, жарили шашлыки, сосиски, ходили в баню, тоже очень здорово провели время. Кстати, изначально планировалось, что мы поедем дня на два, в итоге провели мы на даче 10 дней. Вообще. А здесь мне срочно захотелось купить дачу, чтобы приезжать сюда на лето отдыхать. Так мы проводили наши вечера, разжигали костер, что-нибудь жарили и ходили в баньку, конечно же. Так, давай, еще раз. Правильно взяла. Так, хорошо. Так, наводи. Ты видишь? Ну, конечно же, мой папа охотник, рыболов, поэтому раньше он меня учил стрелять из ружья, теперь вот из пневматического, естественно, из не настоящего, учит теперь внучку стрелять. Так, да? Ты стреляй, да? Да, ты стреляй. Вот так. Да. Молодец. Че, куда попало-то? Ну, посмотри бумажку-то, куда попало. На бумажку клади, под... Ну давай. Души.
встал с утра, и за окном провинция, не Москва, не так, как во сна, да и пусто, просто чувство кожей к лица. Changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days.